Глава государства поздравил Тамоша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии. Убежден, что ваш огромный политический опыт и намеченные высокие цели станут незыблемой основой для достижения процветания страны и повышения благосостояния граждан, говорится в телеграмме. Касым-Жомарт Токаев также подтвердил готовность приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, истоки которого имеют глубокие исторические корни.